Ваня, теперь твой ход. 1, 2, 3. Утка, я доберусь до новой планеты. Теперь я буду ходить. Ой, Кася, мы так загулялись, что повитаться забылись. И правда, космичный салют вам, сябры! Самое зорковое привитание. Мы часопис «Рукзачишка» читали и знайшли там цікавую гульню «Космичный турист». Гуляешь и уявляешь, что по планетах подорожничаешь. Сябры, долучайтесь! На какую планету полетим? На Юпитер! Поглядим, поглядим, все отрымается у тебя. Отрымается, отрымается. Привитание. Лесик, ты с нами? У яким сенсе? Будешь с нами космичным туристом? Ким-ким? Космичным туристом. Мы зараз до Юпитера спробуем добраться. До Юпитера? А вы ведаете, як до яго далеко лететь? Ой, Лесик, як у тебе усё складано. Ты еще сапраўдны скафандр апрані. А что, не треба? Вядома, не. Галоўнае, подключи свою фантазию и уявить, что мы уже у космосе. А вы добра ведаете, чем одна планета от другой адрознивается? Я планеты только на малюнках бачила. Лесик, а ты ведаешь? А як же? Тады нас навучи. А давайте у сами планеты и погуляем. А может, каждый из нас выберет себе планету и представить ее? Чудовная идея, Кася. А глядачи попробуют догадаться, кто есть кто. Только зараз я пропоную поглядеть мультфильм, а уже после его будет космичное представление. Давайте. Космічнае прывітанне! Мы тут одно космічнае прадстаўленне наладзілі. Сябры, паспрабуйце, калі ласка, адгадаць, хто з нас якую планету прадстаўляе. Я пачынаю. Я самы блізкі сябар сонца і самы хуткі. Вой-вой-вой. Калі дазволіце, я працягну. Гавары-гавары, сябар сонца. У вас на зямлі праходзіць адзін дзень, а у меня за гэты час целый год. Кто я? Ничто себе! Я маленькая планета, але и удаленькая. Кто я? Девчонки и хлопчики, есть варианты. Не догадались, кого представляет Ваня? Может, дать вам подсказку? Задание складанное, тому без подсказки не обойтись. Назва моей планеты начинается с литеры М. Сдается, подсказка да помогла. Я чую правильные отказы. И я так сама. Правильно. Ваня представляет Меркурий, самую худкую планету Солнечной системы. А теперь отгадайте, какая я планета. Я самая модная планета. Это раз. И со мной заусюды упрыгожені мои кольцы. Это два. Я бы назвал твою планету гимнасткой. Можно и так. Ну, что скажете? И снова я чую правильный отказ от наших глядачов. Это планета Сатурн. Молодцы! А зараз давайте отгадаем, какую планету загадал для нас Лесик. Ну, показывай. О, глядите, як сел наш разумник, будто и незнакомый с нами. Напевно, планета у него такая, с характером. Ну? Отгадывайте, отгадывайте, я планета бунтар. И тому Лесик не хочет крутиться, як у все планеты, а жадая робить это, лежачи на боку, так? Головное, не засни, бунтар. А вы отгадывайте, отгадывайте. А я уже чую правильные отказы. Лесик представил нам планету Уран. Правильно, правильно. Ой, может, еще погуляем? А мне кажется, что не всем нашим глядачам просто космичные загадки разгадывать. А я подскажу, что может помочь. И что? Читайте часописы от выдавецтва «Початковая школа». Это рюкзачок.
рюкзачишка, свет подорожжу, веселый зоопарк и множество інших. И тогда вы будете знаўцамі во всем. А зараз я лічу, что самый час поглядеть мультфильм. Это будет узнагорода для всех знаўцаў космосу. Космічнае прадстаўленне наладзілі. Сябры, паспрабуйце, калі ласка, адгадаць, хто з нас якую планету прадстаўляе. Я пачынаю. Я самы блізкі сябар сонца і самы хуткі. Вой-вой-вой. Калі дазволіце, я працягну. Гавары-гавары, сябар сонца. У вас на зямлі праходзіць адзін дзень, а ў мяне за гэты час цэлы год. Хто я? Ничто себе! Я маленькая планета, але и удаленькая. Кто я? Девчонки и хлопчики, есть варианты! Не догадались, кого представляет Ваня? Может дать вам подсказку? Задание складанное, тому без подсказки не обойтись. Назва моей планеты начинается с литеры М. Здаецца, подсказка допомогла! Я чую правильные отказы. И я так сама. Правильно! Ваня представляет Меркурий, самую худкую планету Солнечной системы. А теперь отгадайте, какая я планета. Я самая модная планета. Это раз. И со мной завсюды упрыгожені мои кольцы. Это два. Я бы назвал твою планету гимнасткой. Можно и так. Ну, что скажете? И снова я чую правильный отказ от наших глядачов. Это планета Сатурн. Молодцы! А зараз давайте отгадаем, какую планету загадал для нас Лесик. Ну, показывай. О, глядите, як сеў наш разумник, будто и незнаёмы с нами. Напэўна, планета у яго такая, с характером. Ну? Отгадывайте, отгадывайте, я планета бунтар. И таму Лесик не хоча крутиться, як усе планеты, а жадае рабіць гэта, лежачы на баку, так? Галоўнае, не засні, бунтар. А вы отгадывайте, отгадывайте. А я ўжо чую правильные отказы. Лесик представил нам планету Уран. Правильно, правильно. Ой, может, еще погуляем? А мне кажется, что не всем нашим глядачам просто космические загадки разгадывать. А я подскажу, что может помочь. И что? Читайте часописы от выдавецтва «Початковая школа». Это рюкзачок. Рюкзачишка, свет подорожжу, веселый зоопарк и множество інших. И тогда вы будете знаўцамі во всем. А зараз я лічу, что самый час поглядеть мультфильм. Это будет узнагорода для всех знаўцаў космосу. Сябры мои, а як вы будете у космосе размовлять? С кем? Як с кем? С иншопланетянами. А по-белоруску яны не зразумеют? На тых планетах, где глядять наш добраранок, може и зразумеют. А вот на самых далеких наврачи. Лесик, подкажи, что нам робить? Есть несколько вариантов. Можно поспробовать повитаться с иншопланетянами мовой жестов. Ваня! Ты разумеешь, як гэта? Напрыклад, вось так. Ваня, малайчына!
Только обовязково все робить с усмешкой. Правильно, усмешка лепш за любого перакладчика. Лесик, а еще какие у тебя варианты? Еще не дренно ведать английскую мову. И правда, на ей у многих краинах размовляют. Да и космонавты, и пилоты у всех самолетов повинны ее ведать. Do you speak English? Ой-ой-ой, коли вы такие разумные, подскажите, что нам с ледачами треба у першую чергу выучить. Пропоную научиться лечить по-английски. Слухайте и запоминайте. А ты, кто ведая, повторяйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А давайте уявим, что мы стартуем на нашем космичном корабле. Тогда я буду лечить у отворотным парадку. Починай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Лесик, 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 а что такое go? Go, поехали! А, go! У меня до вас пропонова. И до глядачов так само? Так, да уси. Мы слухаем уважливо. Давайте уявим, как могут выглядать жыхары інших планет. Ти придумаем свою планету. А чому не? Девчонки и хлопчики, вы можете навод написать историю про продуманную планету и яе жыхаров. Ага. А так само досылайте нам свои малюнки и истории. Адрес памятаете? Давайте нагадаем. 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Добраранок». Чи можете отправить нам листы на электронный адрес? А потом мы наладим великую космичную выставу. И нас убачать навод у самых далеких кутках сонечной системы. Махчима. А потом до нас иншопланетяне в гости прилетять. Здорово! Зараз, фантазеры, глядим мультфильм. А потом побежим у школы. Чи полетим на ракете? Доброго усім дня и до встречи зранку у нашим Добраранку!